Скорпион, розовый фламинго, Ларисы скакодуб. Цветет он у меня уже не первый год, это третье его цветение, если не больше. И он всегда был одно-двухрядным, ну, простой японской формы. В этом году он меня удивил. Он стал махровым, полумахровым. Цвет, конечно, у него изумительный, такой нежно-коралло-розовый. Даже присутствуют оттенки, которые, ну, трудно описать. Может, лососевый такой вот еще оттеночек. Ну, еще бутончики рыхловатые. Все-таки он первый год так вот у меня разрыхлился и замахровился. А то был все время вот такой вот полумахровый, или даже первое цветение вообще было. Ну, просто однослойный цветочек с желтыми тычиночками, и все. В этом году, конечно, он меня просто удивил и порадовал. Красивый пиончик, цвет необыкновенный, очень приятный оттенок такого розово-лососевого цвета. На нем глаз просто отдыхает. Я люблю такие оттенки. Розовый фламинго. Внутри тычинки видны и в махровых бутонах, и в полумахровых бутонах видны везде тычинки. Высота его где-то сантиметров 70, а вот диаметр бутона до 18 сантиметров, довольно-таки крупный. Но он, когда и просто японского вида, вот однослойный, двухслойный был, он тоже был крупный довольно-таки. Розовый фламинго, Ларисы скакодуб.